приветствовать всех на выставке «Россия» в этот очень важный для нашей страны, для мировой космонавтики день. Я рад приветствовать своих земляков, рад приветствовать всех посетителей выставки и очень горд тем, что сегодня здесь Самарская область проводит концерт, проводит свой день вновь, 12 апреля, в День космонавтики. Конечно, это не случайно. Наш регион гордится славными космическими традициями. Многотысячные трудовые коллективы, РКЦ «Прогресс», ОДК «Кузнецов» и многих других вносят и по сей день свой вклад в освоение космоса. Мы вносим большой вклад в то, что сегодня Россия по-прежнему лидер космических исследований и покорения космоса. Гордимся мы и тем, что когда-то первая ракета «Гагаринская», знаменитая «семерка», также собиралась в нашем городе, в столице нашего региона, и первая, и вторая ступени, и это является достоянием славной истории нашего региона. С тех пор столица нашего региона, Самара, а в то время Куйбышев, по праву считается космической столицей России, важнейшим космическим центром в мире. Я от всех души поздравляю всех вас с этим знаменательным днем. Россия первая проложила дорогу в космос. Юрий Алексеевич Гагарин – человек мира, герой и по сей день для самых юных наших с вами соотечественников. Пример мужества, отваги, пример, конечно же, настойчивости и человечности. Я очень рад, что выставка «Россия» демонстрирует всем гражданам нашей страны, нашим иностранным гостям, мощь и величие, красоту нашей необъятной Родины. Сегодня перед нашей страной стоят новые задачи. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным определена стратегия развития нашего государства. И важнейший фактор – это укрепление суверенитета. По всем фронтам, по всем направлениям, важнейшим из которых является и технологический суверенитет. Свой вклад в его укрепление вносит и Самарская область, и, конечно, наши космические предприятия. Они формируют космический щит нашей Родины, вносят вклад в укрепление обороноспособности страны и, конечно же, содействуют тому, чтобы космос оставался мирным, чтобы мирные космические исследования служили людям, различным отраслям народного хозяйства. От всей души поздравляю вас и хочу, чтобы каждый из вас знал и верил, что любые высоты, даже космические, по плечу, когда мы вместе. С праздником вас!